Всем привет, ребята! Как говорилось раньше, если мы наберем 150 лайков на первой серии, то вторая серия выйдет еще сегодня. И действительно, мы набрали больше, чем 150 лайков на первой серии, и вот, ребята, это вторая серия за сегодня. Еще раз выражаю всем отдельную благодарность за то, что вы поставили лайки, за то, что вы прокомментировали и за то, что поддержали. И вот, ребята, вторая серия. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. А перед просмотром видео я хотел бы вам посоветовать канал Омсина. На его канале ты также сможешь найти летсплей по моду Пиксельмон и также прохождение различных карт. Всем приятного просмотра. И, ребята, мы сейчас идем прокачиваем до конца нашу команду. Я так уже подумал и решил, что давайте-ка мы ее уже прокачаем. И, ребята, в следующей команде мы возьмем команду Иви. Так, сейчас, это кто? Ладно, если не Дигли, то и не Аарон, то Одиш, да? Сколько мы уже их встретили? А, в принципе... Я действительно просто так заметил, Тентакруэль у нас вот тут есть. Мы словили еще Тентакула, давайте его нафиг уберем. Но просто то, что мне интересно, почему в Покедексе его не видно? Вот, Тентакул есть, потому что мы его сейчас словили. А Тентакруэль, не знаю, может лах какой-то. Ну, фиг его знает. Так. Тогда сейчас мы вот это все сюда поскладываем. Сюда вот это. Отлично. И сюда вот это. И вот, нет, не сюда, а вот сюда. Замечательно. Все, ребята, сейчас день. Хотя как день, я просто так думаю, может там сначала идти Раркенди сделать. Алмазы у нас есть. Сахар есть, глоустон есть. Так, давайте, ребята, знаете что, давайте еще немного тростника соберем, потому что, ну, на всякий случай, да, пускай будет. Ладно. Так. Пускай будет. Так. Лишний стак, можно сказать. Так, 32, да, тут все правильно. Тут чан. Собираем это все быстренько и идем, ребята, делать себе кучу раркенди. Во, отлично. Как раз так. Так, это сюда тогда. Это забираем. Отлично. Так, это кто там у нас? Мэджикарпушка. Давайте как раз его убьем. Может, вдруг с него тоже что-то выпадет. Какие-то там полезные вещи или там что можно продать. Никак я не могу достроить вот тут. Вот это наш, я не знаю, город это или что, потому что тут видите, как у нас это все строил в воздухе, потому что там неровная поверхность была. Никак не могу достроить. А нужно, потому что сейчас мы, в принципе, никак сюда не поднимемся, только обратно тэпэхаться возле нашего дома. Вот как мы сюда поднимемся, ну или построить что-то, какой-то подъем. Так. Ну, тогда, ребята, сейчас пойдем. Быстренько сделаем себе там раркенди. Но я... Мне кажется, ребята, лучше еще, конечно, аэродактилю прокачать 10 уровней, потому что на 10 раркенди меньше использовать нужно будет. На 10 раркенди меньше, это, в принципе, офигеть, как много. Так, давайте еще тогда вот это продадим. Это. И вот это. Отлично, 60 штук. Сколько там нам нужно? 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, в принципе, тут 1. 8 стаков нам нужно. 3. 4. 5. Для стака раркенди. Ну, 60 штук. 6, 7. 8. Замечательно. А про яблоки я забыл. Твою фуражку. Я про яблоки забыла, офигеть. А хватит ли нам? Хватит, во, как раз. А нет, не хватит. Знаете, то, что 20 яблок и так нам нужно оставлять при себе. Как всегда, потому что, чтобы потом их купить, опять нужно будет 20 яблок. А если мы сейчас их продадим, то нам не хватит.
Так что давайте-ка мы еще вот так возьмем, например. Лучше, ребята, сохранить, чем потом опять на снорлаксов охотиться и 20 яблок выбивать. Поэтому давайте-ка, ребята, мы еще немного возьмем, что мы взяли. В принципе, один, да, 8 камней эволюции, ща мы их продадим. И быстренько себе сделаем раркенди, как раз сейчас ночь будет, я так вижу, уже более-менее так скоро ночь. Поэтому, ребята, пойдем на бишарпов, аэродактиля первого покидаем, пускай он первый в бой вступает, да. И как раз прокачаем еще пару уровней, что, в принципе, будет отлично, и мы еще прокачаем пару уровней нашим другим покемонам. Так, отлично. Так, сюда. И давайте... Нет, не вот тут, а вот тут. Отлично. Так, ща. Вот это ставим сюда. Берем. Опа, 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 опа. Сюда быстренько это все ставим. Так, 32. 48. 56. И отлично, ровно 60. Так, сейчас делаем 60 себе раркенди. Отлично, ребята. И в общем у нас получается 76 раркенди. Это офигенно. Мы уже можем прокачать, но говорю, ребята, мы еще можем прокачать 10 уровней нашим покемонам. И можно сказать, мы используем на 10 раркенди меньше. И лучше эти 10 раркенди использовать на другой команде. Я думаю, все согласятся, потому что экономия, ребята, экономия. Нужно экономить. Так, ну ладно, потопаем. Кто там? Дроузи? Да, Дроузи, ну ща. Кстати, ребята, мы в прошлой серии же шайни Дроузи словили, офигеть. Розовенький такой, гламурненький. Так, где... Где? Вот, я тебя вижу. Опа, попали. Сейчас быстро его убьем. Так, отлично. И домой. Спать не будем, ребята, я просто это все поскладываю туда. В сундуки, ну вот эти две личинки, которые мы выбили. Это сюда, это сюда. И потопали, ребята, на бишарпов. Я сейчас посмотрю, какие там координаты. Так. Вот. 1500, 225. А минус... Вот я минус не посмотрел. Да, минус... Минус 2500, 100... 225. Твою ж, куда я опять ты пехнулся? Минус 2500, 225. Говорю, минус не посмотрел, а... Нет! Всегда ты пехаемся на гору? Нет, сейчас нужно было вот так. Ребята, в следующей серии делаем себе ботинки, потому что я уже заколебался, честное слово. Лучше выше ты пехаться, чем каждый раз... застревать в стене. А если мы выше будем тпхаться, то тогда, в принципе, сделаем себе ботинки и больше не будем убиваться, потому что там большая высота падения будет или что-то такое. Так, ух ты, нифига себе, сколько их. Так, первый, ну да, я говорю, ребята, давайте первого аэродактиля будем кидать вот так, потом на тайфлоужена один удар, вообще зашибись. Точно, у нас же... Хотя, как мы будем летать на аэродактиле, если нам нужно его первого в бой кидать? О! Снайпер! Не, смотрите, сколько их на карте, офигеть! И половина из них, наверное, где-то там сражается между собой, да, как всегда. Так, ну, смотрите, уже один уровень прокачали, два уровня. А один аэродактилю, один тайфлоужену. И это, ребята, уже на две раркенди меньше использовать. Я говорю, они всегда сражаются. Ну, сейчас. Кто-то кого-то добьет. Как раз покушаем. Посмотрим эпический бой. Так. Отлично, дальше. Дальше, дальше, дальше. И, в принципе, кто там у нас? Ща. С помощью экспешера как раз, может, пару уровней еще прокачаем нашим другим покемонам. Что, в принципе, тоже замечательно. Потому что на пару уровней
на пару ранкейди нам меньше будет использовать нужно. Нужно будет меньше использовать, да. Так, давайте дальше. Как раз за ночь давайте прокачаем пару уровней там. Что, мне кажется, как раз будет отлично. Так, сейчас. Не, ну, в принципе, нет, не ты, а вот ты. Можно полетать, когда нужно, чтобы не бегать долго и вот это все. Так. Так. Отлично. Кто там еще уровень? Ну, уровень еще Тайфлоужену, ребята, мы подняли. Так, тут. Где? Вижу. Вижу, попали и убили, да? Так. О, нифига себе, сколько там за спиной заспавнилось. Не успел развернуться, там уже двое. Не, вы не сражаетесь? Ну ладно, ты сам напал, поэтому убьем тебя так. Два уровня уже, ребята, Тайфлоужену. Не нападай, нет. Да иди ты. Во, отлично. Два уровня, это офигенно. А сколько там у Аэродактиля? И Аэродактилю два уровня. То есть два тому, два сему. То есть уже на 4 ракенди меньше использовать. Это дофига, ребята. Ладно, ждем. О. Не-не, Аэродактилем вряд ли мы его убьем. Так. Дальше. Вот так, мне при... Хотел сказать, ну в принципе да, сказал что-то, ну пи-пи-пи-пиу. А... Чё это? Это... Шайни? Я думаю, босс какой, не босс, а знаете, какой-то легендарный заспавнился что ли. Я такой смотрю, ни хрена себе, чё за хрень. Я такой, ну просто легендарный точно так же выглядит, такой зелененький кружочек. И фиолетовый вокруг. Я понимаю, что как бы зелененький это то, что мы ищем, а фиолетовый это шайни. Но все же это как-то так странно выглядело. Я такой смотрю, ни хрена себе, что это такое. Легендарный в горах заспавнился. Это что, какие-то там на пару версий назад, да, когда там молтресы спавнились в горах. Так. Отлично. Офигеть, что шайни бишарпа, ребята, нашли. Так, ща тогда, ребята, быстренько. Тайфлоужен 58-й. Твою. Аэродактиль там уже 40 какой-то. 43-й, почти 44-й. Ну, если успеем его прокачать 50-му, ну, хотя вряд ли мы, конечно, его успеем прокачать 50-му за ночь, но... Хоть к 45-му, если прокачаем, вообще замечательно. Так, полетели. Отлично. Так, кто там? Кто там долбится об стенку? Офигеть, сколько их там спавнится. Так, 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 быстро, 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 быстро. Нам нужно как можно быстрее прокачиваться. Ночь-то не резиновая. Хус, включаем снайперский прицел. А, они там дерутся. Поэтому не включаем. Ну, давай еще пару ударчиков. Ладно, иди ты нафиг. Так, полетели как... О, там еще кто-то заспавился. Еще один заспавился. А вот он. Так. Попали. Так, дальше. Отлично. Сейчас. Летим сюда. Быстренько их поубиваем. Тут еще пару штук я вижу. Так, этого быстро. Ну, в принципе, смотри, сколько их спавнится. И кач вообще офигенный. У нас, ребята, уже почти 2 стака железа. Офигеть. Так. Сюда. Кто тут? Точнее, где он, а не кто тут? Я его... А, вижу. Не попали, не попали. Ух ты, какой уворотливый. Отлично, попали. Так, дальше. Ну.
Ну, за... Во! А то для тебя еще удобное место нужно зайти, пока ты заспавнишься. Точнее, ну, точнее, вылезешь с покебола. Так, убили. Точнее, напали. И... Там еще один, но он вроде сражается с Снорлаксом. Ну, сейчас проверим. В принципе, действительно, ребята, офигенно. Мы прокачали, в общем, мы прокачали около 8 уровней, даже если не больше. Так, ну что, давайте, ребята, может, еще успеем одного-двух убить и прокачать еще так по уровню. Так, сюда. О, там еще два босса. Сейчас, может, тоже успеем? Может. Так, давайте быстро. Сказал быстро. А кто там? Диглиты? Реджинрол? Охренеть. И именно они двое, да? Больше никто, именно они двое. Так, сейчас лучше, ребята, опять покушать, потому что я как смотрю... Чё-то... Так, отлично. И Тайфлоужен, ребята, уже практически 60 уровень. Офигеть. Так. Аэродактиль какой там? 47-й ещё будет? Какой хитмочан? Чё ты... Чё ты... Во. Так. Ещё, если успеем. Если успеем убить этих двоих, то может даже Тайфлоужен уровень... Хотя вряд ли мы ему уровень поднимем. Не, ему там еще больше, чем полуровня осталось. Так. Отлично. Ну, давайте еще вот этих последних поубиваем, потому что уже сейчас день будет, они все начнут пропадать. Так. И вот так. Давайте быстренько еще полетим. Полетим. Так, сюда. Вижу, только не вступаю в бой там с гравелером или еще с кем-то. Как в воздухе, да, прям такие про... Слезли такие с покемона, пам, сразу выкинули в воздухе, еще и попали. Ну вот, видите, ребята, уже все попропадали, как раз такое время, что они пропадают. Так, ну что, ребята, топаем домой и прокачиваем нашу команду до конца. Так. Фух. Тайфлоужену, один уровень. Так, сюда. Прокачали. Майнону 7. 59-й, 60-й. Белсон. Так, да пофиг. И так мы его уже откладываем в компьютер, поэтому все равно какие там атаки. Да, ну ладно, 61-й пускай будет. Хотя нет, не нужно мне 61-й, ну, чтобы 60-й был. Ну ладно. Я так хотел, знаете, вся команда, все покемоны 60-го уровня. В принципе, ролик какой, никакой почти не играет. Но все же, у нас легендарные и так там будут какие... Легендарные у нас тоже там будут 70-е... Точнее, птицы уже 70-е. Поэтому... А, в принципе, даже если они 70-е, то и так мы их будем к 100-му прокачивать. Это же легендарные. Так, 57, 58, 59, 60. Правильно? Правильно. Так, ну что, ребята, давайте откладываем их всех в компьютер. Быстренько. Так. Вторая. Какая вторая? 5, 6, 7, 8, 9. Прокачанная команда. О, ты что за нами бегаешь? Так. Это выкидываем и поднимаем. Ставим их вот сюда. Отлично. 9-я команда, ребята. Так. Я не знаю, брать 5 Иви или просто их оставить потом на следующую команду. Точнее, покажи Иви на команду, потому что у нас осталось только 2 огненных покемона, а потом еще один нужен. А где мы его возьмем, кроме Иви? Так, ребята, сейчас еще хотел посмотреть. Дроузи выкинем, потому что мыша не словили. Отлично.
И еще кто там? Может, Помниарда выкинем, потому что у нас Бишарп есть. Давайте все-таки. Ну, в принципе, Помниард это же первая эволюция, логичнее, но все же Бишарпу на шайне. Поэтому огненный, давайте возьмем Паниту, потом электрический. Кто там у нас электрический еще? Электрический. Да че я слова не могу выговорить? Говорю электрический. Электрический, во. А, точно, мы же еще и на галете сможем летать. То есть Белдум и галет у нас есть. Водный, то есть не водный, а электрический. Кто, кого? Молга, да? Да. Потом водный. Водный. Сейчас посмотрим. Водный. Ну, Псайдак. Он у нас, в принципе, и шайни. Ну, пускай будет. Потом, кто у нас идет? Потом у нас кто там идет? Травяной. Психический, так. Ну, жук травяной, Сивадл, пускай будет. Так, потом, и так качать нужно их будет когда-то. Ну, как бы прокачивать, да, мы же не выбираем тех, кто нам больше нравится. И так, потом прокачивать нужно будет. Давайте возьмем Белдума, как летающий, но он, в принципе, не скоро эволюционирует, ну да ладно. И дополнительного давайте возьмем. Ух, я даже и не знаю, ребята, кого бы взять дополнительного. Саблей, Таурус. Нормальный, ну, пускай будет. И так, ребята, нужно потом будет прокачивать его. Поэтому такая не очень у нас прям офигенная команда получилась. Так, ща. Это сюда. Простенькая. Так, отлично. Так, тогда. Что нам делать, ребята? Что нам делать? Так, давайте как-ка я посмотрю. Ну, Псайдак, такой голубенький, да? Голубенький. Давайте тогда еще пойдем, ребята, соберем тут еду. Что тут выросло? Так. Еще сейчас тут соберем. Тут уже много чего выросло. Так. Ну, сейчас хотя бы уже никто не потоптал. А то есть тут такие. Так, отлично. И тут еще давайте соберем. Так. Сейчас. Собрали. Отлично, все. Ребята, давайте на этом закончим. Такая не очень длинная серия получилась, но все же мы уже прокачали нашу команду. Сделали раркенди, еще 32 раркенди осталось. Видите, ребята, прокачали пару уровней и сэкономили достаточно. На этом давайте закончим, ребята. Вторая серия за сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи, всем пока.